Да ну подхили, ебать, ну чё за хуйня? Да у нас 2000 как-то до хера. Я ему за шею начислил. Да нормально, что он мелочили с тобой, хуйня. Мне просто еще интересный факт, как он был, я не могу вас понимать. Ну вот у меня так такое бывает, я задумываюсь о чем-нибудь, и до автомата не удар бросим. Просто с кем не бывает такое. Я к чему. Иди трэш, ханты. Ну, Лаля, заходи. Добери трэш. Все. Трэш. Дракона правого агрима. Да шкаф вроде надо все тут. Кто-нибудь может фасмод дать или сделать? Ну, в принципе, я могу сделать, но у меня регов нет. Тебе вообще все нужны реги, да? Где второго сагрия, там наверх поднимайтесь, там выпинайте.
Так, давайте собираемся, хилимся. Залюбку в туалет, быстро. Глупцы, зачем вы сюда явились? Так, давайте, ты же не умер. Слава, подходи. Да, здесь тут можете фулбафы давать. Пятая пати хилы, там освобожден какой-нибудь стак, и Америке скажу там, если шо. По глыбам тоже скажу, какую мы же вейд, в чью сторону будем выносить, не знаю, посмотрим. Слава, подходи, дайте каску варам, инту дайте, пристабаф дайте. Слава, подходи, тебя ждем. Слава. А рыба есть у кого? Подходи. Так, давайте чек на пул. Рыба, не знаю, есть, нету, можете поставить. Поставили рыбу. Ура! Ну, давайте все пожрали, идемте спускать. Победа на пульте. Два хила освобожден, к Америке стаков все можно стакать. Семь или все? Семь. Давайте сейчас притяжка 5 секунд там стать, не скидывайте. Не хлопайте в рейде. Беги, малышка, беги! Давайте, дота, сейчас дотка будет. Фридом ДК, давайте. Рейд наверх, метки вниз, смотрим, метки. Так, протопал поймаешь. Точечно бейте, чё, блядь, без дот. Ты за мной, маг, бежишь зачем? Центр. Давайте, точечно бейте, без дот, смотрите. Так, давайте, печеньку не бьем. С левой стороны близко падает, бейте с правой крайней, с левым крайне. Слева падает возле склепов. Бейте с левой стороны склепов, фуловые стоят РД. Так, по центру последний. Разбивайте склепы. Поклонские лови. Давайте, бейте, бейте. Пуля, давай гимн на ХП. Один хил, играйте нормально. Давайте, подтяжка сейчас будет, а то все отбегать. Давайте смотрим и бежим. Значит, а спать хочется. Так, Верзила тут. Пёта, спускаем рейд, идем спать. Да можно. Ну, сейчас будет взлетка, Слава, на взлетке его риснешь. Тапочки выбьем, и можно тогда заканчивать рейд.
Так, давайте сейчас зетка будет, Слава сейчас на зетке урез. Все, можешь резать. Вставай сразу. Давайте, рейд наверх, метки вниз. Вставай, вставай. Ладно, не вставай. Давайте смотрим, прячемся. По центру близко. Так, бейте точечно. Печеньку не бейте. Там же падает почти. Играйте право, лево. Скрепы фуловые стоят по центру, падает далеко. Самые крайние бейте, самые крайние, правый, левый, с правой стороны падают. Давайте, разбивайте. Прогарен тут? Да, тут. Давайте, разбивайте быстрее, хата резкой Прогарена. Охуенно ты лежишь, бля. Ну, с правой стороны валяется. У хвоста там далеко. Так, давайте, сейчас будет притяжка, готовьтесь, потом будем переводить. Беги, малыш, Джим. Беги. Вы чувствуете, как летит... Таня, резай. Но я далеко. Так, два хила освобожденка, ничего не стакаем. Милики там 4 стака максимум, хильте БДК. Давай, вставай сразу. Хильте его сразу. Так, давайте под босса несем, эйники под босса, милики ушли. Давайте, милики, разбивайте. Следующую под босса будет притяжка. Так, давайте смотрим. Дима под босса, ушли милики, притяжка, это не бейте. Джаггернаут уйди. Давайте не бьем, подбивайте, просто не бейте. Левее. Ну, можете разбивать следующую сторону, короче. Все, разбивайте. Давайте, милики, иди ковыряйте скреп. РД бейте босса. Следующую под босса. Даня под босса. Сразу разбивайте. Следующий тоже под босса. Он летаем под босса, ушли милики. Сразу бейте. Так, давайте, следующий под босса будет притяжка. Отлетаем. Что там, не вижу. Фаермах под босса. Под босса, под босса. Прячемся, притяжка. Следующую сторону будем добивать. Беги, малышка, стаки. Давайте следующую сторону. Давайте, в сторону ретри. И сидро. Есть. Потом, если что, по команде споешь, когда скажу. Давайте, добивайте просто. В сторону, кто там, какой сильный. Ну, давайте, бейте. Потом дайте гимн на хп. В сторону, все, убили, молодцы. Не хлопните в рейде. Меху разбейте. Я отойду на несколько минут, минуты две. Войны в виде был. Так. Сейчас. Рольчик, вы на мейн. Блин, Пау, уступишь, нет? Ты что, не играешь с собой? Таня, ты чего не встаешь? Ага. Она лича, да? Да как ты скажешь, что он забирал? Я там этот... Вот, как бы... Да. На чулку. Ну,
по пути. Так, Поклонский, походу. Он же забирал шмотку уже. Он что брал? Ну, кольцо. Он кольцо брал. Слав, тебе надо, может, я из ДПС отдам. Надо, ну ладно. Да, давай мне. БДК это все-таки для гильдии. А мой Мишка... А, протопал это... для гильдии, да? Пиздец, у тебя логика, Войд. Ну он забирал, я что поделаю, блядь. Против завод. Я тебе просто говорю. Для гильдии. БДК и протопалы для гильдии, не приоритетные, востребованные. И потом опять протопала одного не можешь найти на рейда. Хоть самому качать. Изи. Кинь этот мурудок. Ломен зачарю. Пуля завис или вы все зависли? Хрен знает. Все. Вроде все нормально. Это на минуту. Че, Изи забрал, да? Да-да-да. Ручки дай. Вот ты знаешь, кто благородный тут, да? Знаешь, кому рейд танчить? Ну-ка. Две бестины. Че у тебя за одноручка? Спасибо. Че у тебя с одноручками лучше, что ли? Да, там парирование, все дела. Против всяких там боссов интересно играет. Давайте сюда вроде. Идемте танчить. С Агрова нет проблем? Не, ни одна. Ну, только если это по массе. А, по массе. А БК еще может что-то сможет. Мне кажется, топ по АОЕ это Мишка там. Не знаю насчет паладина, но хуй знает. Мишка тоже не играл еще. Да в принципе взять АУЕ, блядь, тех же 10. Давайте АУЕ там встаньте. Добейте этого здорово, потом АУЕ сливайте. Давайте звездочку бейте, сейчас точно, а то взорвется. Респект танка. Кстати, чё РСК в обычке упала? Бойт. Бойт тут? Отошёл, походу. Ясно. А кто был? Чё там упало? РДД чешка, мили наруч и кожаные РДД наруч. А, ёпта. Подучка. Так, давайте стоим тут, сейчас ДК... Давай левую собаку, она ближе. Стоим, идите как сюда, в стенку упритесь, где мы великана били. Давайте вторую только не сарите аккуратно.
Забери баф. Кентинер кто-то. Станьте под босса, чтобы трэш танки с вас забрали. Да, это право-лево сбегаете кто-то. Там ленточка. Дрогите ленточку. Так, резила. Ебашит просто пацан, забирает, блядь, шмотка за шмоткой. Так, сейчас релогнусь. Можно рыбу еще? Серый, ну смах белый, Альфредос. Пидорас, блядь. Странно, че его никто не гендер. Так, давайте все тут, там смотрите, что по бафам не хватает, кушайте рыбу. Так, что у нас по рейнджу, сколько там крестов? 4 шпшки, охотник 5, протопал 6, сова 7. Это давай, кто там из вас Африк? Пудяльник, по-моему. Я демон. Ну тогда отлетаем на рейнджу. Маги тогда будете выходить, если что. Сейчас ману рисну, давайте пока чек на пул. Там тотем поставишь, защитить отсюда природа. Хорошо. Так, Поклонский. Давайте все готовы, начинаем. Сегодня, кажется, не лагает, да? Да, сегодня лучше. Не каркай. Так, не перебегай, стой, стойте, просто бейте за хилем. Там, когда будете лужи вливаться, перебегайте, чтобы вас там 10 человек не вливало в одной точке. Кидай давай. Так, большой в центре сейчас будет, упал, забирай. Подачи не дают и смесь.
Как он скил уже просто встать и танчить, там не обязательно убегать. Так, больше в центре сейчас будет. Убирай. Посмотри, Вар, иди сюда, к Мелизону. Чё ты там бегаешь по рейнджу? Встань к Меликам. Собирай большого. Бля, сова тут близко. А это ты. Ну ладно. Большой в центре сейчас будет, забирай. Так, будет залез, скажу, когда выберет с центра. Так, готовьтесь. Так, готовьтесь. Ну блин, что они там сползутся наконец-то. Ладно. Так. Взрыв, выбежали. Кстати, разбежались, дай сакру. Все нормально. Сам добивайте уже все равно. Только не сдыхайте, чтобы вас потом не резать. Суицайд. Резать, Пашка. Ужасные новости. Так, че тут? Спина надо кому-то на майнспек. Но есть и отличные новости. Он оставил. Давайте на распыл что-нибудь. Ого! Да я поэт! Потрясающе! Что? Собагалы сразу. Кто там выше? Джаджмент вроде, да? Да. Ты... А у тебя, почему у тебя 20 показывает приор? Сейчас. Что ты делаешь? Зачем ты 3 раза ролишь? Да не то нажал. Перестань там видосик качать всякие, Ваня. То у меня там был забавался, это поставил другой, только сейчас, значит, там власть, там фигня с плеером разным. Что там баг-то, багнулось что-то, я. Надо кровь кому-то, не? Ну ладно. Ну хуй знает, короче, блядь. Лаги, блядь, были на боссе, если чё. Так, Фотон, ты с нами там подходи. Сейчас ману риснем там. Смотрите, вроде поваром дайте бафы, только споры снесем 2 раза трусы и квадрат их меликом, и все. Давайте чек на пол. Можно это прямо в центр? Да, хорошо. Так, перезила тут. Давайте, все готовы, ДК иди начинай. Кидай.
Там вы же не держите. Блюете почти все там, пятая пати, кроме двоих. Там команда представителей бегут. Давай, Паладин, забирай, пока он схилим. Так, что там сейчас был взрыв? Че-то фигня какая называется, а разрубительный. Давай, Сакру. Что-то пингует вроде. Не-не, все заебись. И что такое? Глыба на КД была. Она хотел болт докастовать, потом прошать. Вообще, бля, задрот. И да, если от КД шелся. Ты же не понимаешь, что это сделаешь. Вы что там, в АФК шите седьмой стак на протопале. Кнопки чаще нажимаете. Ты всегда был моим любимцем, как и Гниломорд. Молодец, что оставил столько мяса. Я помогал тебе как мог. Я его даже чувствую. Ну нахуя мне лог, блять, без тапок? Да? Ну нахуя мне, блять, демон, если у него, блять, нет тапок, стукло. Продал чары, я помогал тебе как мог. Вроде сумонил Кукасаку, не знаю, верзилу сумонить. King of Pain не заходи. Верзила принимаю, урод. Тикни, не запускается без него. Ну, пока ушел. Расстроился за лепечка. Лепечка ваша шмотка сролил, блядь, и ушел в АФК.
Давайте, кто меня передамажит, 100 голды даю. Где это передамажит? Давайте, короче. А, не, я пас. Хилить буду. Ну давай, Ленька, не цемента. Ну там в идеале фармак. Это нечестно. Че нечестно? Потому что Приста не может так дамажить быстро. Кто не может дамажить? Присты так не могут дамажить быстро. При чем тут Присты, не знаю вообще. Ну ты говоришь, что она дамажит больше. Ну не может. Я старался. Твои проблемы. Ну это так же, как давали доп ЕП там за тому, кто за весь рейд больше всего надамажил. Там типа вары, ретрики, топ всегда. АФК? Ну да, если они не АФКшат, конечно. Что там один ДД есть, только проф лично спидер? Верзила петух. Сродил ленточку и ливнул. Так, дешево, 500 рублей за персу. Дайте шкаф. Что там за персы? Персы фулл бис. Какие там чары? Есть ШМ? Спрашиваешь. Там и ШМ, и А8, и Чешка, и Воля Гер, и Плечи, А8. Соглашайся. Подожди, не принимай. Он обманет. 500 гривен это сколько в рублях? Это много. Ну посчитай. 45 копеек один. Один рубль 45 копеек. Ну посчитай. Почти по 50 копеек. Полрубль. Так, давайте все тут чек на АФК, на пул, давайте там бафайтесь. Фаермах, отлетаем. Так, Кандитайн, отлетаем, Эника, Фаермах, где вы там подходите? Мах, Вок, Пал, где вы там? Сейчас приду. А, где ты, Фотон? Я тут. Да. Вы не могли бы подписать мою петицию? Какую? Подпиши эту петицию, или я приду к тебе домой и убью твою собаку. Какая собака? Ты чё несёшь? Угу.
Где она? Тебя там дети слушают, и ты такое говоришь. Какие дети? Ну, твои дети. Твои, блядь. Не спят вообще. Ша. Ты почему не спишь, Войт? Ну, потому что я взрослый. Докажи. Что ты? Взрослый, рослый. Докажи. Чё тебе доказать? Что ты большой мальчик. Писюн принеси, фотографию это скинуть. А как ты его принесешь? Ну, бля, Ваня, ты опять куда-то там пиздить пошел? Ты его отрежешь и по почте мне пришлешь. Не занимаюсь таким. Может, он вам через скайп покажет, чего? Пойду посплю пока. 5 минут спать. Блядь, Альфредас, ты дурачок, иди в жопу, не нужны никому персы в гильдии. Сука. Не, может кому-то и понадобится, а вот думаю, может купить вообще того. Вообще бред какой-то, никогда бы... Войд, купи вара, Войд. Ты дурак, что ли? Зачем мне твой вар? У меня 3 вара, блядь. Тот такой вар, ну, там нет того шмота, который есть у твоих вар. Точнее, какой? Там есть тот шмот, которых нет у твоих вар. Ну-ка, назови хоть один, которого у меня нет. Две элиданки. Есть. Я не туда хиддам. Есть. Спорим на 5 тысяч. Пиздёж, ачиву, линкани мне. Спорим на 5 тысяч голды. Линкани мне ачиву в чат, я как-то задонатываю. Если я тебе линкану ачиву, то ты мне 5 тысяч, да? Не. Всё, обоссался, да? Ладно. Слабак, иди отсюда. Не так, это клино искателя ветра. Всё, у меня есть весь шмот, блядь. Да, хуйнить. Т6 даже есть. Ой, это Т2, блядь. Или какой там, блядь. Т2 или Т3, не помню. Неустрашимости там что-то. Чувствовал, что сегодня мигруха упадет. Как ты ее проебал, я вообще хуею. Ну, мне провайдер залагал на 5 секунд, выбило. Типа с игры я зашел и был уже духом. Ты знаешь, о чем это, что это значит вообще? Да, что верзила тупой мудак. Я знаю, что это значит. Да нет, это значит, что тебе рейд, блядь, вести надо будет. На следующем КД. Если бы это случилось в моем рейде, я бы кикнул его нахуй из гильдии сразу в момент. У него, в отличие от тебя, протопал есть. В котором он не умеет играть, хорош. Почему он нормально играет? Лучше такой, чем никакой, блядь. Теперь он точно будет собирать своего ретрика или что там у него не хватает. Долго. Очень долго. Как тебя самогон передамажил, ретрика? Не знаю, у меня тогда был серверный пинг 221. Чего мы ждем вообще? Ваню ждем. Раз. По группу собрал. Моё колье кто забрал? Алло. Васап забрал. Хорош. Хорош. На ней написано, блять, багруха Джериона, блять. А чё, совы носят колье? Я думал, они этот носят, который из кораблей, не? Колье, да. Может, Теренаста пойдёт? Хоть что-то. То мне приоритетнее было бы забрать сначала багру, потом плащ, потом наручи, потом все остальное хрень. Блять,
это вот этот посох у тебя трансмученный падает с этого сока? Покемон, да. Да. А чё, это Дзоркимон, блядь? Я хожу, пинстав БК. А как пинст называется? Хиджал, что ли? Да, вершина хиджала. Так, чё там, я тут, давайте чек на пол. На БК на этой вершине, ох, я ебал просто в рот 4 дня на одном и том же самом боссе, козрогал ебучий. Так, Таргариан, Джаджмент, Мадалина, где вы там подходите? На Вармене. Это жесть, это просто жесть. В Око еще не ходили? Так, Коля, где ты там? Пошел только на Хиджал, ну типа в Варм. Да, телек зелени. Так, давайте, все готовы, короче, ничего. Так, подожди, друид, стопаем, короче, пьем куклу и хутаем куклу, кофе не бьем. Нет, а, скачанный. Так, да, друид, давай в салу спекайся. Сейчас, подождите, не пульте. А че ты хочешь? Ну, короче, да, ДПС будем стопать, бурсты не отдавайте. Да, опять там бомжей пиздел. И каску попристал. Дайте инеры, хатаю, там слава кинет. Да я сам кинет. Не надо, не надо, я сам закину. Вы можете пулять, что? Так, ну, в принципе, все готовы. Паладин, пей куклу. ДПС будем стопать, так что не разгоняйтесь. Мозг мне. Давай, выпил. ДК начинай. Будем ждать зеленого, пока тут танчи, а потом к зеленой колбе веди, когда лужи будут. Давай, лужи выпились, чьи-то вылились, а видите под зеленого. Давайте. РДД хилы в центре, милики под боссом, чему передавайте? Так, бейте пока. Давайте, стоп по профу, не бейте его, ждем зеленого. Не бейте, не бейте. Вынесите с мегазоны эту чуму, блять, в РДД. Давайте, стоп по профу, играйте в слизня, давайте, фулл для слизня, пошли. Да никуда ж ты повел обратно. King of Pain, чуму передай, милики, идите бейте. Смотрим, сбегаемся. Сбегаемся. Давайте. Смотрим, добиваем, сбегаемся. Смотрим, на ком сбежались. Нормально. Бьем, переводим. Там, когда так делаем, на переходке ДК стоишь там прям со слизнем, чтобы и слизня били, и профа били. Так, давайте. Зеленые к столу, красные бейте. Зеленые к столу, красные бейте. Смотрим по дебафам. Давайте красные бейте. Отдавайте бурсты. К зеленому сбежались. Давайте, зеленые сбежались. Ой, рога, беги. Там замедли еще раз красного, если сможешь. Второй раз. Давайте, зеленый откинул, смотрим. Сбегаемся еще раз. К зеленому давайте. Сбежались. Красный смена, отошли от красного. Давайте, красный, красный смена, бейте красного. Добивайте. Сейчас будет красный, медики профа, РД зеленого, пельмени центр. Стоим, не дохнем. Стой, стой, ДК, стой, стой, не веди под зеленого, сейчас будет красный выливаться. Стой там пока. Пельмени пошли. Давайте РД, бьем красного. Милики, профа, бейте. Фаер... Замедли, фаермах. Не допивай лужи до конца, там нет уход, чтоб тебя врезали. А, сейчас, будет... сейчас будут колбы, и поведешь под, под зеленую лужу. Под зеленую колбу поведешь. Давай, колбы и под зеленую веди. И стой там вместе со слизнем. Давайте, РД бьем слизня, милики сбежались, обейте их зеленого, там РД хилы в центре. Центр, центр пошли, смотрим, пельмень сейчас будет только, пельмень центр пошли. Давайте, сбежались от цели, блин, полинкуйся. Когда ты замедляешь? Смотрим, смотрим, сбежались еще раз. Сбежались, сбежались, добивайте. Давайте, допивай лужи. Пельмени.
Так, пока бейте, скажу, когда стопнем, еще будет красно сейчас выливаться. Так, давайте, стоп по профу, стоп, все не бьем профа. Стоп! РДД, бьем красного, в Америке после выбора цели бьем красного. Профа не бейте. Все, ушли бить все красного. Сейчас будет колба и веди под стол после колб. Давай, допивай. Все, переводим профа, веди после... Давай, к столу ушли все. Там кукла пилую, чтобы можно было второй раз красного замерить. Там, готовь по-класски, чтобы боб кинешь на сайт красного при ретаргете. Давайте, красные бьем, зеленые будем сбегаться. Давайте. Ушли бить слизней, идите бейте. Смотрим, к зеленому сбегаемся к цели. Кто там зеленые, сбежали все. Красный там на ком-то беги. Там не чума. Сбежали все к зеленому, сбежали все. Замедли красного, сейчас будет ретаргет, замедли. Так, не замедлил. Смотрим, готовь боб. Зеленого, красного бейте. Давай боб. По цели сейчас боб. На ком боб? Отошли от красного, отошли. Блять, на меня. Все, молодцы. Бьем профа. Колба. Ну, сука. О, никого не резай, так добьем. Ну, хотя, можешь там, хотя резай клинику. Я здесь нету символа, я же сказал. Да, ну, Даня, резай. Паладин забирай, по-конски забирай. Блин, у кого там реген на диван есть, присоедините. Ретрик или Хапал, есть реген на диван? Есть у меня, на кого кинуть? На изи ДПС, на ДК. Все, снимай там. Третий стак может забирать, там, затанчивать. Все, молодцы, идите на плеча. Мне назад хила спикаться. Не, будет совет, втроем захилим. А надо кому-то бесплатно, типа на танка? Давай. На черта не есть у кого? Что поднять? Как поднять бабло? Я обычный токен, да, Ивань? Рольте завоевателя. Где завоеватель? Ты ставил его? Завоеватель рейдом идет, вы помните, я же забыл. На кого он там. Рольте завоеватель. Один жрец лог. Так, а он Дима получал, походу, кто там дальше? Поклонский. Поклонский получал. А ты брал Поклонский? Нет. Я пока релогнусь, все равно перейду. Это может мне на ДК зайти, я больше ДПС отдам, чем за сову. Мне тогда не жалко. А, будь сове. Там главное задопать подсов, давай, да и все. Да я, если дам морд за ДК, я дам больше ДПС, чем за сову. Да ДПС вроде хватает. Ну, как знаешь. Валькам, которые 40%, да, висят в воздухе над бичом. Ну, хотя, если хочешь, можешь и на ДК зайти, что-то целовать, у тебя слабенькая 5к только. ДК же верит, там шмота практически нет, в основном хил. Заходи, если хочешь. Только лужу. А есть такой... Есть такой макро, что, допустим, я выбрала цель, таргет, и сразу, чтобы фокус не прописать, чтобы она мой фокус, ну, сделала. Плюсую. Есть. Киньте, пожалуйста, ВРК. Это болит? Дайте шкаф. Мне в ПВП спеке будет, да? Замедленная лужа. Да, конечно, я бы тебе бля ИП дал, если бы было РЛ. Чё, мама, не болит? С
что, что есть? Чума — это болезнь или магический эффект? Болезнь. Так, давайте, вроде все тут паладины постанем. Ретри, останешь первую печеньку. Поклонские третьи трусы, Эника второй ромбик. Это постанем. Так, Теринеры. Слава, заливаешь мне. Да, я не знаю, смотри, какого маны будет меньше заливать, наверное, мне тоже будет заливать. Так, СС, в идеале на БДК на второй переходке, летаем на протопала. Так, Лиса, чему подиспелишь? Ну, Лиса, чему подиспелишь, Сова? Да. Ну, давайте, смотрим, что там, каску дайте, ребахните, кому-то надо. А что по ШП, какие хвали бьют? Всех. А тут у нас ДК замедление. Давайте чек на пул. Смотрите, а тут какой-то сундук у трона. Нихуя себе. Что там, лора в сундуке? Тут древнейший сранит лежит, смотрите, нихуя. Так, Мандолина, Альфреда заготов? Сходимся, нас наебали. Альфреда тут, алё? Передайте лапку. Да. Спасибо. Альфредас чара продал, походу. Ну, покинь на лох, он сразу прибежит. Смотри, лутать сундук пошел. Альфредас? Да вон он, блядь, белый бегает, вон он. Все, запустил лича, давайте звездочка. Там не улетайте, он до ПП все-таки идем. Первый за месяц, по-моему, или за два даже. Ты вот это зря говоришь. Че он сказал? Почему зря, правильно? Чтобы люди были более сосредоточены. Каждый раз говорите, сейчас опять смотри. Можно миллиметку кинуть на милика. Да, милики могут улететь сейчас. Верзила, улетай сразу. Блять, не, его нету, сука. Да ему похуй, но я хочу уже, блядь. Да не, надо еще ебануть. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Зверет, говорит, 6 тысяч ГП или 20 тысяч бомбен, блядь. Нет, не сразу. Давайте, бой начинается, 2 секунды. Смотрим ловушка, смотрим сейчас. РДД. Давайте, чума 2 секунды, смотрим на ком. Чума на... Так, на мне. Верни лича, блядь. Сука. Кидай. Сиди, чё дальше, шарка чё. Милики. Милики, блядь. Бам. Ракет. Так, подожди, никто не улетел, играем. Никто не улетел. Блядь, ну что ли? Вы что делаете? Ребята, вы совсем тупые, блядь, там ничего. Падайте. Второй раз зашел. Сука. Да. Да, все лагают. Да. Я вообще дико лагал. Там вообще даже там скиллы еле прожимались. Раз. Да, а ну, выживал, а? Потому что я завис вообще вот на дрочь. Блять. Ну чё, ловушки не видите, а чё там? Я помню. У них три дела стоят. Да вот нахуй по-любому. Получили док, либо. Да. Ну, блин, может это Олег онлайн, если Олега нет, но это круче их на вайп. Не, он реально пролагивал жесткий. Не, его нету, я смотрю. Да такой пролаг, блядь. Какой большой.
Заебись, зашел он на ДК, блядь. ГП пофармить. ГП, ладно. Ну я завис там реально вообще вот. Я ничего даже не прожал там. Ладно, Шанан, не оправдывайся, это же знаешь, как-то актуально, блядь, так говорить. Вставайте, вставайте, я вас там рисую. Что, дискон? Смотри, поднял 30 пей, ШП, пуля. Тыкайте на сумы. Поставьте там джипса, потом будет жича. Ваня, я чек принимать не буду, тут рядом буду. Сейчас я приложу быстро. Поставьте рыбу пока что. Сейчас я завис что-то. Там, кстати, бой на Олу уже начался. Кто? Бой на Олу. Так, давайте чек на пол, вроде все тут. Козырь написал, что вылетел. Слава, ты лагаешь? Нет. Да, я систа. То что-то у меня пролаги сильные. Если вой ТРЛ, то ни один хил не спасет. Сначала нужно выбрать цель. 300 стопингу. 300 пинг сервера. Жаль, да? Там, кстати, Ола уже есть, нету. Мне нужна цель. Кодекс написал, что первая причина это из-за Ола. Не, он написал, что там все из-за аукциона. Вот там из-за Ола тоже что-то писал. Да Ола это фигня, что там сколько? 40 человек на 40. Да там дерьмо ивент идет у ореха, для 60-х уровней хеджали. Нагрузка жестко. Дерьмо ивент обоссано. У меня нет цели. Как 5 коллег. Так чё мы, блядь, или нет, чё мы стоим? Да, у нас Слава вылетел. Давайте, чек на пол. Почему ты ему дал? Релайзер вроде так. Он релогался, наверное. Кто сказал, что я вылетел? Пуля на вылет. Коля, Соло, где вы там?
Коля, это... Коля Соло. Хан Соло. Хан Соло, Хан Соло. Где ты там, Чубака, тебя ищет? Че ты орёшь-то так, да? Я только засыпать начал. Да тут уже пулечка сейчас. Сука, Соло, блядь. Ты издеваетесь, блядь, вы сюда меня гоняете. Соло ты где? Соло тут, давайте, вроде все тут запустил. Неужели прибыли наконец хваленые силы? Рыбу поставили или нет? Бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через... Давайте, если квадрат улетает, сам, то я Джерриону 500 голды даю. Иди, пойди к великам. Чучу. Рядом со мной, бегай. Твои... Если Валька схватит, ее не разбивай. Че, офигелись? Так, давайте. 5 секунд бой начинается, готовьтесь. Если шоу, вайпа не было. Там лаги были. А где про это за что? Ну... Что такое? Для порядка. Ну он потом придумает объяснить тебе. Так, смотрим, там сейчас ловушка будет на ком-то. Так, РДД. Давайте, чума, 3 секунды, смотрим, чуму выносим. Чума на... рога выноси. Так, милики, милики, милики. Бам, опять сейчас поди. Не. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, смотрим, сейчас что-то будет. Ловушка вроде. Так и манит, блядь. РДД. Давайте, чума, 2 секунды, чума на... Так, на ком-то. Кто там ловушка сейчас? Милики, милики. Чума ушла одна. Находик там, снимай вступление с шаркающих. Так, ловушка на... Милики, милики. Далеко пошли лететь. Близни тотем. Так, ловушка на... Милики, милики. Давайте РД тоже проходим. Давайте РД звездочку. Танк упал. Как танк упал? Сука. Падаем. Сука. Бля. Пусть он прочарится нормально, камни ставит. Если что, я могу в БДК спрятаться, у меня спик есть. С парированием? У меня там... Где там камни на парирование, по-моему, стояли. Насколько я помню, последний раз. Когда это мы? Там... Кто не может нормального танка спрятаться, или Альфонс, или Таргариен, чтоб убить. Я тогда камень ставил специально, чтобы особый камень задействовал. У меня он тогда висел, так я его взял. Чтоб не ждали. А тогда он есть. Сколько хилов хилишь, Ваня? 3. Да его там что-то убило быстро. Там хотя бы БДК 6-4, 6-5. Да не спекайся, Вань, давай я зайду тогда и все. Кем ты зайдешь? БДК я могу зайти. Так тут есть БДК, вон Таргариен, если спекнется. Таргариен спекнется одного босса. Одного, говорит, босса. Одного, да. Ну трэш, ебать, спекнись. Не, ну на одного же босса. Ну хуй знаю. Там дальше новый, да, будет? Ну да. Креснутся боссы уже, блять. Там на троне еще один босс есть. Да, Балавар. Балавар. Балуенг. Знаете такого? Вообще Балуенг. Балуенг.
Янг, Янг плохо. Видишь, говорит Таргарин, не думает, что это хорошая идея. Чонгли, Чонгли. Чонгли, Чонгли. Кстати, завтра хотите там еще одну СВК собрать или в понедельник, но сейчас будет танчиков нормального. Че там, Альфонс, есть какой-то танк нормальный, может? Там БДК есть у тебя? Давай я зайду, какая разница. Да, Альфонс же говорил, что у него есть БДК. Он же и предлагал потанчить. Ладно, Хант, модботом, ну-ка. Где ты там? А ты в жопе по ПРу. Там Альфонс можешь спекнуться в танка на одного босса? Да, изи ДПС, спекайся обратно. ДД. Возьми там что-то сделай, там защарь там двуручку одень. Ну, пич пробивает тебя. Двуручка что одень. С двуручкой парируется, заебись. Так, давайте пока все тут, пока бафайтесь, чек на пол запущу для чего. Ананда, ты прям мощный ДК. Да это я сегодня в обычку собирал, блять, там пиздец ДК был. Так я уже, чтоб не ждали, я по-быстренькому РСК, ну, свои таланты раскинул. Так, Ралли, Фотон, где вы там? Рыбу, 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 лапу. Ну я, короче, запустил. Без когтей. Дайте рыбу, лапу. Бафни инту, Райду, заливи на Альфреда, сбафни инту. Ну, я там по-быстрому слепил, ебать. Лизни тотем, ставь мили тотем. Бафни инту массовую, заливи массовую инту. Наручи поменяешь? Сейчас я все поменяю, подожди. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что... Нет, не в курсе, Войт, объясни мне, пожалуйста. Вот столько лет я играю за БДК, вот я не знаю, как прожиматься. Ты объясни, пожалуйста. Сейчас тебе Слава скажет, камни на силу заклинания ставит, чтоб чё эта чума сильнее била, ЛПшки больше оградовали. Да, да, да. Чтоб проникала ЛПшка. Вот залезет сопротивление. Давайте, идемте на места, 10 секунд, сейчас бой начинается. Станьте по местам, там приста для чего отойди, а то умрёшь. Кто там ещё? Охотник, Фотон, Повороте. Повороте без смерти. Молодец. Что-то что он не все, короче, шмотки я там сменил. Не сменил. Так, смотрим, что это ловушка будет. Ловушка на милики, 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 РД звездочку, милики. Давайте чума, 3 секунды, чуму смотрим, выносим. Чума на этот, блять, как там тебя? Fire выноси. Что мне Фриман хотел сказать? Рэд, милики, милики. Милики. Так, смотрим, ловушка, милики, милики, милики. РД звездочка. Милики. Давайте, чума на этот тем выноси. Так, ушла на урдулаке вот это мелком. РДД. Так, смотрим, ловушка сейчас будет. Ловушка на... Стоим, короче. Чума, 2 секунды, чума на... Пуля на вылет выноси. Ну? Я тоже хотел дисплеить, я залагал сильно. Милики, милики, милики. Поднять его? Да, ресы. Вставай сейчас быстрее. Так, давайте сейчас ловушка будет и на край пойдем все. Давайте на край все ушли. Идемте на край. Так, чума, кто-то, пуля выноси. Дисплей себя сам. Давайте, сейчас ловушка будет, если шо, потом на край, точно, все на край ушли. Дай сакру. Я лагаю там сами, смотрите, если шо там. Так, вроде все живы, давайте духа вбейте. Пуля, давай гимн, ставлю тотем. Шаман, отойди. Аня, отойди. Да куда ты отошел-то, влево отойдите, приз тоже там.
Наберите ренжу между собой, не стойте в куче в одной. Бейте сферы, присты, ханты. Наберите ренжу, вас пробивает сильно, сферы бейте. Сферы бейте, сверки. Давайте нового духа бейте. Там как-то опасно духов держите. Да я вижу. Сферу бейте. Паладин, потом на переходке заберешь духа, пойдешь сюда, в левую сторону, если налича смотреть сейчас. Сферу бейте, забирай, забирай. Ушли от духа, чтобы вас не дыхнул. Сфера, 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 сфера. Сфера, блядь, сфера. Ну сука. Бежим под босса. Встаем под босса, звездочку встаем. Давайте рост. Даю рост, короче, играйте. Всех станем. Тупой печенька. Вообще все тупые прям. Всех бейте. А что там дух? Вышли, 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 вышли. Фотон искоренения. Ромбик, сука. Бейте ромбик быстрее. Блять, ну вы кончены, как вы в три разные стороны могли улететь? Там только ромбик нормально полетел. Види в центр. Все спасли? Нет, одного не спасли. Давайте звездочку становимся. Встали все звезду. По команде выбежим, прям по команде, когда я скажу. Давайте, готовьтесь. 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 Давайте, вышли, вышли, вышли. Служа, смотрим, Альфреда служа, блинк. Сливайте печеньку и трусы. Печеньку, трусы, двигатели сливайте. Дайте станы, мастаны дайте. Давайте, добивайте их. Больше печенька, трусы бейте. Трусы бейте. Ну, трусы бейте. Все, на краю нормально. Да, сейчас будет лужа, давайте. Разбежались, вышли лужа. Так, лужа на ком-то сейчас будет. Блять. Но где хил? Паладин, лови. Идем в центр. Давайте звездочку ставим. Не успеем, не успеем туда, Ваня. Ладно, вставайте же как-то. Давайте. Мне если что, не жнец убил. Трусы. Блять. Две вальки, бейте трусы печеньку. Даня, резай. Альфонсо. Дайте по нему фулбафы. Дайте каску, перестабав что ли. Там забирай ДК на себя. Идемте, звездочку становимся. Давайте звезду стали все. Сейчас валькиры будут, станем, сливаем. Его по центру ставит. Давайте сливаем, сливаем, сливаем. Печеньку не сливаем, только две валькиры в центре, вышли лужа, лужа, лужа. Лужа. Давайте, две валькиры бейте. Замедли. Все, убили. Так, хитрый. Да. Давай, веди на центр. Геру давай. Так была Гера. Последний матч. Давайте, вышли, сейчас лужа будет, вышли, вышли. Потом будут квартиры. Лужа сейчас на ком-то будет, смотрим на ком. Давайте по центру в звездочку становимся, не знаю, на ком-то. Смотримся, чтобы накинулось нормально. Давайте, сливайте, сливайте, сливайте. Две валькиры. Кроме ромбика, ромбик не бить. Ромбик не бить, кружок трусы. Через трусы играйте. Через трусы. Давайте, трусы приоритет. Ладно же, бейте, давайте. Кстати, станы еще какие-то. Давайте, трусы бейте. Ладно, трусы улетели, лича играйте. Так, смотрим, отскорение сейчас будет. Вышли лужа, вышли, вышли. Пошли. Блять, что-то ДПС вообще нету. Давайте звездочку ставим все. Давайте, надо все три вальки сейчас слить. Да нет.
Да, мы не потянем. Все три пробуйте слить. Да, знаю. Падайте. Чего вы там, блин, духов, как вообще какие-то ракалы в центре ставите, пуги какие-то. Потом бежим, хан сдох. Ладно, Дима залагал. Сука, чего вы трусы? Кто был печенька и трусы в валькирах, что вы в разные стороны полетели? Вообще конченые, стоять не умеете. Или глаза долбитесь. Встали, побежали. Второй раз до пипы проиграли. Какой это УПП уже? Как, блядь, ДК-то убивает, я понять не могу. Да, скорее всего, жнец был. Да не жнец был, там вообще жнеца не было. А при чем здесь жнец вообще? Да жнец был, что ты рассказываешь хуйню, блядь? Мне так он написано же там, блядь, вы прочитайте, жнец душ, вообще танки как бьет, блядь, там в миллизоне только, там отошел на 2-3 метра, все, уже он не бьет по тебе. По идее была мили-атака после жнеца. Ну так я же и объясняю, там две атаки. Ну и что там, блядь, я не знаю, дефку нельзя нажать, что ли, вы вообще не дефите. Ну там сложно. Я дефки прижал на жнеце, вот, как жнец появился, я дефку прижал, нет, закончился, мне первый дамаг влетел, потом 3 секунды или 4 секунды, и мне второй дамаг прилетел, я тут же жду. А ведь бьет по 0.6 или по 0.7 секунд за пиздюлем, если он два раза попадает. Кто? Он бьет по 1.1. Там два, типа, если он бьет по 1.5, из них, ну, типа, сокращает дистанцию, типа, наполовину, то там получается 0.6. Вот, я сейчас на да. Свои детали смотрю. Так, это, по-моему, она. Стандартная атака Ильича 1.5 секунд, так как есть ЛП, ну, да. У нас всегда 20% медленнее, то есть у него скорость атаки 1.8. Жнецом 100% скорость атаки, это 0.9. Но у нас 0.9 не бьет, у нас бьет по 1 секунде из-за серверной задержки. Поколский, вставай. Че, реально 1.5 у него? Да. Так, крали где-то, тебя не вижу. Беги, наверное. Все присвоим, давайте шкаф тут. Меня фонса засамайте, пожалуйста. Масап, а твой репорт применили уже, не? Да не, я сейчас. Там сейчас ничего я уже не читаю. Я пока спеть поменял. Они же легионом заняты. Можно просто не хватает машины, нормально выйдет. Ты что-то бубнишь там, как будто из ванной. Непонятно. Еще раз скажи. В смысле ничего нет? Вот они РС-ку сломали, не дал. Да это чисто в базе они что-то подкрутили. Лишнего. Че там, блядь, крутить? Дураки, блядь. Это, может, у нас эти на нормальных зайдут, чтобы это ДПС хватало? Так тут вроде и так все нормально. Да нет, да давай я на ДК зайду, да и все, Вань. Мне не жалко на него, когда вообще, тем более. Ну как хочешь, заходи. Че, я же потом просто здесь сейчас офнусь же, да, можно, и потом просто зайду на него навара обратно. То он типа не, можем бан получить. Тебе на лут? Но. Не, так не даст уже. А, ну ладно. Ну сейчас зайду на ДК. Можешь забрать лут в этом. Типа, когда, ну, типа... Ну, я имел в виду, что представление идет, я зашел, да и все. Не, там не так, там надо, короче, заходить, когда мы еще бьем Лича. То есть ты оставляешь его на платформе, типа, заканчивается вторая фаза, ты грузишь персонажа, и ты, типа, появляешься на платформе, а тебе мохаешься, или умираешь, или прыгаешь с платформы, делаешь, что хочешь. Заходи на ДК. Я уже даже спеку стал поменять. Ты. Вот это, кстати, детали смерти, вот когда я первый раз сдох, он, блядь, не туда линканул, сука. Ты иди на сон.
еще раз такните. Ага, спасибо за ердак. Так, давайте все тут, можете фулл бафы дать, чек на пул, я пока сейчас запущу вас до бафа, дайте по ДК бафы, фулл бафы, там кушайте рыбу, если есть. Фотон, Ретри, Мадалина, Андлетайм. Ну, Андлетайм куда, топ? И лапу парень. Залимин, баф не лапу. Давайте запустим. Это, кстати, надо кому? Бафните лапу парень. Блять, ебаный мут. Рыба была? Не было. Вот она. Кулак вордыть. 300 баф тоже дайте, пожалуйста. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Леон, за сколько на процентов грузится примерно? Чё? За сколько процентов это примерно, ты говоришь, надо грузиться будет? 2 или 3? Блять, чтоб на вары зайти, чё ты тупишь-то? На... Кулак вар, дай. Когда ещё идёт бой. Фаза, нам фаза или вторая, или третья, понял? А ох, ты там, блядь, нахуй лич поубивает вас всех. А ты чё, танчишь? Да. В смысле танчишь? Ты чё, хуй? Блядь, ну чё вы сразу-то не сказали, я бы, сука. Так у меня тем более всё в ГБ. Ай, блядь. Я ж тебе сказал сразу, что я на БДК зайду, Вань. Чё вы... Ладно, так, играем. Ну, охуенно, три танка. Нормально было. Будешь кидать РДД. Будешь кидать, если шо, чума 2 секунды, оковы на валькир. Так, чума на фотон выноси. Я могу, короче, им зайти обратно на вара тогда. Так, милики, милики, ловушка, милики. Кулак вару дадите. Это и так. РДД. Сиди мелких чуть дальше, трэш. Чума, смотрим, чума на... Дима, выноси. Ралли, ловушка, милики, милики. Ты иди хоть лича побей, чё ты. А, ты на вара зашёл. Но не вовремя, короче, зашел. Так, ладно, смотрим, ловушка сейчас будет. Ну, какая, если что, РДД. Здесь? Так, чума, смотрим, 2 секунды. Чума на лизни тотем. Так, ловушка. Сейчас будет РДД. Там прожимайся, по-конски лагает. Смотрим, сейчас ловушка будет и на край пойдем. Так, ловушка на РДД. Давайте, чума. Чума смотрим, да, чуму выносим. Переходка. Иди уже. 32%. Так, давай, на край все ушли. Духов нормально только таунтите. Там если капля надо, скажи. Набирайте ножом между собой. Так, пуля, давай им ставлю тотем. Наберите ножом между собой. На крея не танчи мобов. Я отдохну. Ты заебался, да? Да. Чуму вынесет, чума по рейду прыгает. Не диспельте. Easy DPS. King of Pain. Босса потанчи дальше. Блять, лагает сильно прямо. Да у меня тоже. Тоже? Лагать не приятно. Что у вас здесь спырнет, вы сейчас сорвете. Видите, там 3 сферы летят, сферы летят. Пынгли. Так, давайте бейте, сейчас переходка, протопал заберешь. Давай, протопал забрал, сферу бейте. Сферу бейте. Пряник, стерео. Бейте, шарка, все, этого духа бейте пока.
3 секунды, когда я сейчас. Давайте, стоит. Стали звездочку, бьем лича. Стали звезду. Кому истерию докидай? Морали. Дал. Красава. Смотрим, Валькирию всех сливаем. Сливайте, сливайте и сливайте. Все три сливайте. Вынесли лужа, лужа. Так, в идеале. Блять, прям под валькир. Сливайте быстрее. Больше, больше по трусам. Трусы замедлите. Бейте, бейте, трусы, бейте. Вернулся. Давай, иди в центр. Он лагает, не рисуйте. Так, давайте звездочку все становимся сюда. Сюда встаньте как-то. Давайте, стали звезду, стали, стали. Скажу, когда выбежать, готовьтесь, готовьтесь. Вышли, вышли, все, вышли. Давайте, две валькирии в центре. Давайте, две валькирии бьем. Под ростом сольем нормально. Еще тотем поставил, заметил, сливайте. Все, молодцы, играем в лича. Ромбик. Ромбик, бейте, ромбик, давайте, добивайте, не увидел. Все, играйте в лича. Скажу, когда надо будет выйти, будет осквернение. Кому истерили, пожалуйста, плюс чат. Или вообще... Вышли, вышли, осквернение. Осквернение на ком-то сейчас будет, пряник. Стали себе звезду. Лича, не трогайте, звезду стали. Сейчас валькиры будут. Станьте звезду. Звезду станьте. Сливаем, валькир станет кадешились. Давайте. Сливаем, сливаем. Все три сливаем. Сливайте. Сливайте, успеете. Так, сливайте, давайте, нормально все. Вышли лужа только. Вышли из-под валькир лужа. Добивайте РДД. Больше по трусам, по ромбику. Все, молодцы, слили. Давай, веди в центр. Давайте в центре. Встали звездочку. Поставь центр его. Давайте, стали себе звезду. Стану от КД, шесть валькир, встанем, сливаем. Милики, назад отойдите. Звезду. Давайте, сливайте, сливайте. Все три сливайте. Через трусы играйте, через трусы. Там я в трусах. Хильте протопала. Хапал тоже вылетает. Хильте, БДК, хильте. Трусы бейте, трусы. Да, все бейте. Дайте гимны на ХП. Давайте, добивайте. Ромбик, трусы. Дайте. Трус, сейчас кружок добиваем, все слили, нихера себе, все три слили. Так, смотрим, сейчас что-то будет. Сейчас будет лужа, наверное. Не, сейчас будет валькиры, давайте звездочку. Засквернение у меня показывает. Не-не, сейчас нет, будет лужа, лужа в центре, давайте, встали себе в звездочку, нормально, звездочку. Валькиром стан, переводим лича, валькиром стан. Рали кидать истерию или нет? Давайте, стан, да, давайте, стан, давай. стан. Играйте в лича, 1%. На край веди, Да я за валиками рядом веду. Давайте, на край все ушли, фаза. Ушли на край. Не, ну он больно так-то пробивает, критично. Давайте, не умирайте. Гусь, сука, гуси. Так, играйте пока духа, поставлю метку. Фотон, давай им на ману. Так. Блин. А шо по ДПСу там? Бейте тучки. Да, давай Ретрик, он больше ДПСит. Бейте сферы, играйте по новому духу, поставил печеньку. Вставай. Ну, да, ресы тоже, ханта. Давайте СС и логи кидайте. Старого пока духа бейте, кружок. Давайте в новый кружок играем. Давайте в старого кружок играем, пока нового не трогайте. Скажу, когда надо будет стопнуть в духов, протопал прожмешься хорошо. Давайте старого бейте пока. Стоп под духом прожмись, стоп, сфера бейте, сфера. Добивайте кружок. Бегите на сферу, стоп. Добивайте кружок. Забирай с меня, не раздумай. Все, сейчас комната будет. Нормально, звездочки бегаем. Бейте главное духов, там будет много духов, наверное. Вы пришли, чтобы вершить суд над
Давайте. Бежим. Бежим. Не стойте, бегите. Че вы стоите? Вожу под себя, я хил. Блять, ну че вы там дохнете? Бежим. Звездочки, стоим. Дай сакру. Бежим. Блять, ну че я не дохну от этих бомб? Стоим, хилимся. Че, он большой там уже? Бежим. Бежим, в зову заходим. Блять. ДК, че-то паладин в бабле. Ну че вы не можете? Паладин, лови. Дайте ему на хп. Бейте духа гневного. Гневный дух в центре, бейте духа. Заберите. Пряник лови. Вставайте, там эсэсы были. Бейте духа. Захильте сразу. Забрал. Ваня, дайте баф хоть какие-нибудь. Хорошо, води. Добивайте гневного духа. Духов нету, гневных добивайте. Мелких, добивайте большого гневного духа. У нас протопал еще, ты его. Там должен быть СС на протопале. Ничего, я танчу пристал, нормально. Давайте, уходите, сейчас будут спускаться. Сейчас спускаться будут. Уходим. Стойте в звездочке, когда вас вводят. Ни право, ни лево, а звездочки. Бля, а что ты мне искал-то? Я зачем повел, бля? Понял. Встали и пошли вперед. Там есть у кого-то БР? Нет. Стоим. Сука, в звезде стоим. Прошли далеко. Вот сюда встали. Пошли еще. И еще пошли. Тут стоим. Пошли по стеночке. Пытаюсь за дороги зайти. Портал. Да, встаньте. За спину лечат, ушли. РДД, сука, сюда идите, духи на вас летят, вы тупые. Это вопрос или утверждение? Вы тупые. Стойте за лечом, чтобы он ловил духов. Нормально. Троны ушли уже. За глыбу встали. Ну ничего не вижу по агру там, что у лича там. Не бегите. Лужа, вышли, вышли. Все, вышли, я скрыл. Это как вас комнату закинь и скажете, я зайду за дороги, да. Совы, подойдите сюда, к лестнице, блядь. Духи летят во все стороны. Никуда не видишь сейчас комната. Угу. Че, у вас комната? Залил Лина. У вас обувь. Нет еще. У тебя маны мало, если что там. А до берсты разве 12 минут еще? Что там, комната есть? Все, забрала комнату. Все, заходи, дорогие. Стеночки. Чтобы уничтожить короля лича. Тут стоим. Дух, убейте. Прошли вперед. Это кому, если что, инер залить? Давайте, делай рожать. Блять, поворот, где ты там лазишь? Точку прижми. Чем приступочку может захилиться через щит собой? Тут стоим 10. И пошли далеко. Духи. И еще пошли. Все, стоим, выход 2 секунды. Все к порталу быстро ушли. Уходите оттуда. Уходите к порталу все. Еху, прижимайтесь, но вас быстро летят. Че они так быстро-то сильно летят? Зачем ты его в центр поставил? Он сейчас призывать будет. Как мне духов ловить, алло, блядь? Да стой, пусть они сами взрываются об себя. Они на тебя пролетят, иди к трону. Все к трону, ушли к лестнице, встали, осквернение мили. Могу, кстати. Лужа. Вышли от леча, отошли. Отошли с лужи. Отошли. Блять.
Давайте, последняя комната, там брос, да, может добьем, успеем, не знаю. Да успеем, блядь, за две комнаты. Придется, а не там выключим по-любому. И к стенке сюда. И вперед пошли. Может вязать АБРа, если есть. За угол зашли. Нету БРов. Нету БРов, не базарьте много сильнее. Вперед пошли. Стояли 2 секунды и пошли вперед. Стоим здесь. Везде дальше никто не идет. Сейчас хлопнул. Хлопнул, пошли вперед. Вниз. И еще один может прошли. Секунду стоим. И еще пошли. Звезду пришли. Далеко бежим. Все, выход. Сейчас. Порталу ведите. К кварталу. Порталу все. Только не дохните. Не дохните, давай, Гер. Давай вперед. Или живи. Шаману пой. Давай пой. Ну, может, убьем, не знаю. Пустите. Уводи. Лужа 2 секунды вышли. Милики право-лево, право-лево, милики. Готовились. Вышли, а потом нормально милики бьем. Ваня, заразился, это нормально. Твою ж дивизию. Да он... Понял, берса еще. Я-то думаю, что за хуйня. Че падать? А че ты не сказал, что... Да нормально, там Эника сможет... У меня 8 минут показывает до берсы. Затаунтить. Там Эника сможет затаунтить бабли. Эника, прожми, пожалуйста, праведное неистовство. И когда я скажу, вынеси на панель бабл, прожмешь, короче, бабл и да, дашь таунта в лича. Дима, там 4%. Эника. Эника, ты услышала или нет? Напиши, что-то в чат, полипал. Сука, Джерион, успокойся. 10 секунд мы там не снесем 4 миллиона. Все охуенно, блядь. Такой вар. Ну, как вы падали, блядь, это вообще пиздец. И два БДК, блядь, это вообще пиздец просто. Это нормально. А чё, они оба сдохли, честно, Поклонская и Альфонс. В смысле, там... Смотри, на уклонение. Берса у них была. Не. До этого, ну, блядь, ДК первый умер там. До берсы ещё. 3 танка, сука, нахуй, позор, блядь. А при чем тут танки? Так был бы дамаг, блядь, добили бы это дерьмо. Да еще и падаете, блядь, на вальках. Так идеально духов поразбивали, ну, этих валик поразбивали. Дудочку ставить вообще не хватило. Пусть он тогда дальше танчит, на вара обратно зашел. Пизду, блядь. Начали умирать люди на переходке. А заходи на танки, я в АДК спектусь. Да, уж пусть в АДК спектусь, а там АДК с замедлением. Юзайте вставалку кто-то, блядь, резайте. БР откатились. Сейчас убьем. Кстати, в 24 Валькира ни одна не улетела. Они не должны улетать, блядь, с нашим ГСом, блядь, это пиздец. Там у двоих замедление живан есть. У King of Pain и у кого-то еще, по-моему, из ДПС, что ли, или Таргарина. А есть? Заходи. А че ты врываешься на шмотку какую-то, на вара, что ли? Хуй его знает, может, никому не глор не нужна. Там валькира летит, назад идите. Так ты лучше спроси, нужна она или нет. Если нужна, то зайди на нормальную ДД. Стойте, сейчас будет обратно лететь. Ты же только что вроде сказал, что вроде глора никому не нужна, они молчат, сидят. Стойте, там вторая летит, сейчас ждите. Назад отойдите, назад. Видишь сразу на лоу спек, я-то говорю про мейн спек. Блять, ну сказал же назад отойдите. Аж не двигался. Да, охуенно. Покурю, короче, пока отойду. Шинан, зайди на меня, пожалуйста, обратно. Так ты танчить будешь или я?
Ты танчи, я на вар обратно зашел. Только если хорошо. Он не танчить, он опять упадет, нахуй, обрыгается, блядь. Сука. Хочу сказать спасибо Таргарию, но он типа и валькир посадил. Кстати, не надо никуда отходить, если она летит. Вы просто стоите на месте и все, она не агрится. Даже если вы будете стоять прямо под ней. Да, рассказывай. Хочешь, проверим, сейчас я встану. Подождем, пока она пройдет. Ты был. Да, отойди назад, отойди, кто там, маг. Назад опять. Давайте, пошли пока. Чё, кто-то хочет паролить на голубу? Давай, я один канал оформил. Ты обманываешь. Не, мне на присте есть голуба. Чё, раллер, рольнём? Там на один канал. Давай на 500. Что, на кого самом деле все тут? Нету 20к мутант. Нету. Ну давай, хочешь мутант паролем на 20к? Дайте шкаф, там лока не нету. Давайте все тут, короче, можете фулл баф давать. Чек на пул, я пока запущу вас добавку. 125 голубых. Мадарина, ты тут? Я знаю, кстати, что у тебя... Давайте, все тут запустил мяча, бафайтесь, кушайте рыбку. Рыбу давайте. Это я в ГБ нашел. Я в ГБ нашел. Че? А зачем мне это? Так я не смогу его передать. Я что, в ГБ нашел. Дайте, пожалуйста, инту, она есть. Плеча запустили? Да. Ничего не пробафан. Лапку! Дайте каску паладинам. Брали, играешь на Динка? Блять, ты что издеваешься, а потом чем я чиниться себе буду? Ребят, давайте соберитесь, а не будьте как говно. Отошли от лича. Да ну вот кинь ролл. Бой начинается. Давай. Сейчас 10 секунд начинается. Давай. Связывайте. В смысле, давай. Я же говорю, типа, ты же не согласился. 5 секунд, успокойтесь. Кличу, что ты делаешь? Я жду боя. РДД. Чума 3 секунды, чуму выносим. Смотрим на ком. Чума на... пуля выноси. Давай кидай. Так, ловушка сейчас будет. Смотрим на ком. РДД. Милики, подходите тоже. Так, ловушка на ком-то. Милики. БДК, ловушка, БДК. Падайте. Жаспанкин, Пейн, Ретрия. И изи. Ой, блядь. У нас же в танке было. Танк виноват, наверное, да? Вспомним ситуацию, когда я там привел, блядь, на край. Да, заебись. Танку давай ДП ебанем. Нормально, да? Ну это для тех, кто в курсе, блядь. Кто шарит. Вы что, право-лево не знаете, что это такое? Я назад отбежал. Кто там еще третий был? Так, King of Pain, Red, Jazz Punk, Easy и еще кто-то.
Пусть признаются. 4 этих. Может, чтоб не было таких вайпов, мне лучше лицом к мелизоне танчить. Вместе с нами полетишь его. Я это не слышу. Зачем ты лицом, ты в упор прям во фрейм ставим, влечай, и все. За мутанта и двор стреляй в упор. Уходишь сюда далеко, а не поэтому. Че тебе не нравится? Мне не нравится, что кресты бьют иссушением разума. Это типа профит. Спрашиваешь? В лича, что ли, кидает? Да. А, ну понятно, все с крестами. Ну, потом, чтобы не выглядеть. Спрашиваю, это профит на повороте? Это профит? Типа это я убираю. Ты спрашиваешь, или это просто? Это сука. Если профитно, я тоже буду хуярить. Я спрашиваю, я же за приста первый раз в жизни, ну, вообще, типа, только 2 месяца играю. Ну, чем вообще это не надо. Эти США, ну, так, для справки. Я вам полечу. Так я знаю, я поэтому и спрашиваю, зачем они это делают. Ну, я же тебе объясняю, они же с маленьким ГСом, без талика, без чешки. Хочет выглядеть, ну, не нубом, типа, нормальным ДПС. Ну и чё, пусть-то вампириком по всем хуярят, и все, если ДПС все хотят набить. Хуяли, бред-то. Вот смотри сейчас, она ни хрена не сагрится. А чё ты на сурке с сушением бьёшь по трэшу? А почему так говоришь, что бред? Пиздец. Ну а нахуя тебе ГКД терять, когда ты можешь быть на плечах кастовать? Как бы у тебя вампириком, если ты раскидаешь на весь трэш, у тебя больше будет ДПС, намного. Вурдалака больше. Он нахуй не нужен в вурдалаках. Его милики зальют проще, чем, блять, РДД терять дамаг. Я тебе просто говорю, чтобы с ушением-то они били и все. Если им так дайте шкаф еще раз. Есть джекс у кого-нибудь? По официальной тактике вроде как урдалаков лишних милики забывает. Да видно, все. Следующий ДК раскроешь аккаунт и посмотришь, что там летят и плетки, и повалим. Ты такой умный, что просто пиздец. Давай посмотрим, что ты обдотываешь валик наверху, на второй фазе, чтоб ДПСа накрутить. Если же ты где-то там... Я типа не вижу, что ты вешаешь туда бомбу своим магом чётки. Хи-хи-хи. Давайте суд фулл бафы, давайте рыбу поставьте. Я рыбу, мне рылу гнуться. Чинитесь там, если надо, починитесь на всякий случай. Скиллуха забагалась. Как-то я это знал, но лучше все-таки на лича кидать, потому что потеря ГКД как-то не очень сказывается. Лучше шапка стану накидать. Давайте чек на пол. А кулак. Давайте баф речи, каску дайте, каску кулак рыбу. Вару. Лапу дайте. Место ретри ауры, а ты там. Инту. Дайте интеллект. Кулак, варм. Что там, right judgment? Кулак варом дайте. Близ. Запустил. Я могу на пол кричать. Да. Принимай готовность. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Кому надо? Пердан. Бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость. Саранит. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ну ладно, он символ стоит. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои крики послужат доказательством твоей безграничной мощи. Давайте 5 секунд, бой начинается, готовьтесь.
соберитесь, убиваем и в резку пойдем, это что-то долго. РДД. Смотрим, чума 2 секунды, чума выносим. Чума на... Поклонская, нормально, диспелим. Кидай. Так, ловушка, смотрим. Кидай, потерю. Стоим. Так, смотрим, ловушка сейчас будет, ловушка на милики. Милики. Смотрим, чума, 2 секунды, чуму выносим. Чума на... Так, фотон выноси. Так, ловушка, РДД, все проходим. Так, ловушка, смотрим. Так, милики, милики. Смотрим, чума, чума на... Смотрим, сейчас ловушка будет, РДД. Так, смотрим, сейчас будет чума, после чумы на край все пойдем, чума на... Один процент протопал. Види на край. Все на край. Все, види на край. Все на край уходим. Давай, на край все ушли. Бежим прям, бежим, бежим. Милики через портал не бегите. Осторожно. Не успею, чуму, стоп! Диспель парель. То вроде нету. Так, давайте. Пуля ставь тут чё-то. По имени пою. Блять. Ну ты понял. А я завис. Не ладно, смотри. Кстати, рыжу между собой наберите. Не стойте в одной точке. Сферы бейте. Давайте сферы бейте. Давайте хорошо духа этого задотайте. Будет переходка. По один заберешь, когда скажу. Он поклонский дотанчит. Так, давай, забирай сферу, летит, сферу бейте. Сферу. Не бежать на сферу. Давайте, милики, идите, добивайте. РД тоже добивайте. Идем в центр всех. Давайте, стали все звезду. Все, добили духа, идем в центр. Стали все звезду. Давайте, сливаем всех, валькир. Духа отверни, отверни духа. Сливаем, валькир, сливаем, 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 все три сливаем. Так, трусам дайте, стало кто-то. В другую сторону полетели. Так, вышли из-под валькира, скиднение, лужа, слава. Трусы этот, трусы бейте, трусы, Роби. Пытку в трусы кастуйте. Дайте, трусы бейте. Идем в центр, становимся звездочку. Талис, я звезду скажу, когда выйти. Давайте скажу, когда выйти с центра. Стоим все в звезде пока. Давайте стоим. 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 Вышли. Вышли, вышли, вышли. Слушаем, кого сливать в центре. Так. Ромбик, трусы, ромбик, трусы. Лужа. Давайте ромбик бейте, только ромбик и все. Ромбик и все. Так, скажу, когда выйти надо будет, будет осквернение по команде. Так, готовьтесь. Давайте, вышли, лужа. Лужа на... Так, лужа, лужа. Эника. Все, ключу. Давайте звездочку становимся. Звездочку.
Давайте станы отказать, сейчас валькир сливаем. Играем по валькирам. Давайте, играйте, 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 все три играйте. Да, я в кружке. Играйте, играйте по валькирам, в ромбик бейте, там нормально, успеваем. Мы уже вышли из подвала. Дайте стан по ромбику. Давайте, ромбик бейте, успеете. Ну-ну, не все, ушел в ромбик. Идем в центр. Давайте в звездочку становимся. Стали звезду, валькир сливаем. Стали. Так, сливайте, сливайте, сливайте все три. Вы, так, лужа, вышли, лужа, лужа. Все три сливайте. Давайте, сливайте валькира, все три играйте. Давайте, трусы, ромбик. Ну, все три улетели, играйте, лича переводим. Бить, что ли, бить? Так. По команде надо будет выйти. Вышли из-под лича. Веди пока в центр, потом перебежим. Веди в центр. В центр все ушли, в звездочку. Давайте, тут стоим, валькиром встану, лича переводим. Давайте, все, на край уходи, ДК. Вышли лужа. Вышли, вышли, давайте на край. Валькирам стан. Мастан дайте. Сука, на край все ушли. Yes, спасли. Локи СС. Локи СС, бейте духа с печенькой. Короче, если никто не сдохнет, то нормально все будет. Бейте сферы, бейте духов. Доп ЕП, да? А, два раза доп ЕП. Старого бейте. Так, кто тут приз? Фотон, дай гимна ману. Нового духа бейте, новую печеньку. Могу за рекламу кому-то, если надо. Да, можно залить. Бейте сверху, старого печеньку играем. Давайте, новую печеньку. Давайте новую печеньку бейте, остальных духов не трогайте, добивайте печеньку. Когда скажу, под духом стоп. Стоп под духом, протопал, прожмись, сферу бейте. Сфера. Бейте кружок, больше по нему дотайте. Вводи. Звезду собрались. На стенке идем. Постояли 2 секунды, прошли вперед. Прошли вперед, стоим 2 секунды. И еще вперед. Дух объем. Стоим 2 секунды. И пошли вперед. Вот тут стоим вперед, не ломимся. Не ломитесь. Немножко за угол заходим вот так. И еще вперед. Давайте сюда бегите. Бегите вперед на бомбу. Да ты, блядь! Что это было? Бежали, бежали. Дайте гимны на хп. Ой, что ты делаешь, скажи мне? Паладин в бабле лови. Паладин в бабле. В бабле лови быстрее. Духов не бейте. Духов не бейте. Вперед на бомбу, что это за хуйня вообще? Стоп, играем по духам. Печеньку добивайте. Бейте печеньку. Так, БР есть. Да, есть. Ой, бля, кому-то стрессать. Даня, резай Мадалину. Играйте по духам. Печеньку бейте. Давайте, духи вылезли мелкие. Уходим, бьем новую печеньку. Пускай лучше Джерри молодит, а? Да лучше я положу. Духи, духи, пристые духи. Лужа там, черепок. Блять, ну не... Блять, ребята, такое ощущение, что вы долбоёбы, честно. Ну, у нас 5. Добейте печеньку. Будем пробовать, или не, Вань? Там, блядь, сука, там... Там он нахер падает, не 40%. Не добьем.
Падаем? Да. Войт, нафига ты? Войт, когда-то в один комнату, да? Да что-то вы, не знаю, в бомбу все вперед побежали, как гуси, блядь. Да ты в нее побежал, не знаю. Зачем ты? Просто идеально, вот впереди бомба падает, уже она упала. То есть 2 секунды, и она взорвется где-то 2-3 секунды. То есть просто постоять. Над нами не было никаких бомб. Ты бежишь прямо вот в центр на нее. Ты вот бежишь прямо в нее почти. Зачем? Вы вперед побежали и сдохли. В центр. Причем на духов, которые летят, которых не бьет никто. Потому что у кота никто не бьет. Способность, которая называется материнский инстинкт, там не сильно прилетает. Он бомбу будет думать, что у каждого есть такая способность, да, Вань? Материнский инстинкт или как там называется? Не знаю, где-то у меня дамага нету там от бомбы. Там по этому посмотреть можешь. А вот у вас у всех есть. Так у тебя снижен дамаг там на 60%. Какой дамаг? Ты посмотри, дамаг от бомбы в комнате. Если что, я могу. Комната мне Валя унесла. Если что, могу зайти за дрейк до хила. Че нам, нахуй тебе это кольцо-то? У меня меткости мало. Да и с этим кольцо. Тем более 6.4 почти что-нибудь захилить. Вам это кольцо так решает. Ну чё, Энника уходит? Ну. Может, давай я за хила зайду, а ты ДД поищешь. Тоже спать охота, ага. Да еще только 10:30, вы чё? О. Ну у меня он был 5 раз. Вон, я сейчас за хила зайду. Там уже РПЛ написал. Не знаю, крикните, короче, если что, на диване пока поваляют. Короче, называется взрывной дух, который сверху падает, который не моб, типа. Вот, и вы получили дамаг от него, а я не получил. Пошли, эти валькиры пролетели. Ты лучше бежал, гусь. Там смотрите, пока бафает и слав. Там. Посмотри, чтобы они там пробафанные были, я пойду водички попью. Это пряник, заходи за своего БДК. Потому что там ДД уже дырали. Так вот. Два вайпа из-за комнаты. Да я вообще не понимаю, нафига вот ты туда повел? Блять, вот честно, я такой хуйни даже еще никогда не видел. Ну, WhatsApp говорит, там духов не били. По-моему, страшно. Ну да, там были, дух взорвался, там духов было много. Еще на ловушку повел, ну ты вообще красавчик. Не было, я тебя уважаю. Я дамаг не получил от нее. Могу потом видео скинуть. Ты близко к ней очень повел. Да это хуйня, впереди ловушка была, и вы пошли на нее, типа, ну похуй на звездочку, и пошли и взорвались на ней. Почему дальше, как обычно, мы не побежали? Потому что вы получили дамаг, дальше кто побежал, вы получили дамаг. Взрывной дух в РК, в этом, как он называется, в рекаунте, посмотрите. Чё-то, блядь, не нравится в рекаунт, смотрите, блядь, и смотрите, какие вы нубы. Какой дух? Взрывной дух. Что это такое вообще? Ну это, который сверху падает в комнате, вот эти бомбы вы их называете. Это взрывной. Ну скажи, ник кого получил. Так в рекаунте все получили. Особенно посмотри Мадалину, прекрасный пример, блядь. Как он сдох, когда сказали падать, и как он сдох, когда он вперед побежал, как тупой. И остальные там, кто сдох. Кого не резали, блядь. Так у тебя тоже взрывной дух 33. А, ну это когда вайпались, наверное, уже, да? Да. Что я смотрю, у меня тоже хтень вою. Там раньше, это... по-моему, вот этого взрыва 8 или сколько, я не помню, или 10 метров. Да небольшой, надо. Да. Но... Это, Джаггер, зайди за БДК. Я ж уже на хила зашел. Мне кажется, даже мне кажется... 80-ка. Может, то лизни-то там пусть пятница в этого? Валена? Просто вы привыкли, блядь, типа Чума. По стенам. Лешама.
А когда бомба падает, вы, блядь, либо стоите, либо вперед ломитесь и в бомбу попадаете. Ну так, Слава, там не надо было, над нами не было бомб. Эта бомба впереди уже упала, то есть она взорвалась бы через 3 секунды. Мы, да. Мы бы могли просто постоять, захилиться и побежать дальше. Нет, там сзади падала бомба, могу видео потом скинуть, посмотришь. Да. Слава, я никуда не двигался. Вы побежали все? Я стоял ровно в том месте. После взрыва я побежал, я не получил урона. Там не было над нами бомб. Я тоже не получил, пробежал там в бок. И все остальные ломанулись там вперед и сдохли в этой бомбе, которая... Видео посмотришь ты, я думаю, поймешь там все. Ну да, нужно будет еще специально замедлить, посмотреть ники тех, кто бежал вперед. Так, что тут? А кто там? Хатай, заходи на эрдру. Скажу, я ж стерёгался, забыл Адон тащить. Так, пряник, заходи на ДК. Бля, мы уже тут 2 часа, по-моему, сидим, да? Угу. Далеко.